коровье, козье, свиное и нашинское. Благодаря чему достигаю удивительных результатов. А к запаху быстро привыкаю. Я-то уже и не замечаю. К тому же для организма полезно. Неужто вы здесь спите? Во сне, собственно, ингалируем. Если подумать, Ваня, вся наша жизнь из дерьма произрастает. И в дерьмо потом уходит. Это в каком же смысле? Для хорошего урожая нужно удобрить землю дерьмом. Из дерьма произрастает трава. Сорняки и овощи, которые едим мы, животные. Животные дают нам мясо, молоко и так далее. А мы все это опять превращаем во что? В говно. Поэтому, Ваня, происходит круговорот дерьма в природе. Ну как? Вкусно. Вкусно, да? Вот я и спрашиваю, Ваня, зачем же употреблять дерьмо в виде яичек, мяса или молока? А не лучше ли, отбросив ложную брезгливость, вкушать это все в чистом виде?